Тебе, скорее всего, не терпится узнать и о других технологиях. А ведь о них много сказано в русских народных сказках, если уметь их читать и понимать написанное. Конечно, помимо показанных в этом видео, уже существующих технологий свету, которые с декабря 2012 года доступны для широких масс, создавались и технологии, не связанные с задачей оздоровления. Например, существуют и действуют технологии, которые позволяют воспроизвести по месту и времени конкретные деяния, совершенные группой людей, или получить точные координаты, например, пропавшего Боинга, или детально рассказывающие о том, что произошло с пассажирами того самого Боинга, где они находились и куда переместились. Также уже давно существуют технологии, позволяющие определить местоположение любого человека во времени и пространстве. Сегодня нет в мире того, что нельзя было бы узнать. Но многие новейшие технологии до поры до времени спрятаны. Мы уверены, ты догадываешься, почему в этом пока еще имеется необходимость. Технологии сильны, когда они применяются в комплексе, и здесь не важно, кто их создал. Они просто дополняют одна другую. Но важно то, что это наши, русские технологии, и подобного сегодня ни у кого нет. Все живет только в развитии. Развитие технологий может быть только тогда, когда у того, кто способен эти технологии применять и развивать, появляются новые знания. Знания, именно твои, а не чьи-то еще, могут появляться и проявляться по-разному, но только тогда, когда человек находится в постоянном поиске этих знаний и черпает их из источников, которые способен сам осмыслить, проверить и познать. Известно, что сделанного и описанного Николаем Левашовым с точки зрения достаточно грамотных и авторитетных в научном мире людей быть не может, но результаты его труда говорят об обратном. Эволюционно развиваясь, материя совершенствуется, что становится причиной появления живой материи, а затем и разумной. Разумная материя на определенном этапе своего развития в состоянии осознать свое существование среди всей остальной материи. Так появляются носители разума, проявленные в многообразии живых форм, образующих экологическую систему. Развитие разума может привести к такому уровню развития живой материи, когда последняя приобретает возможность изменять и управлять материей, ее породившей. Все просто. Воспользуйся своим правом знать. Нам всем необходимо учиться из зла делать добро, потому что его в наше с вами время делать больше не из чего. Это и есть одно из бесценных наследий великого русского ученого, изобретателя, писателя, художника, целителя, человека – Николая Викторовича Левашова. Помним, дорожим и продолжаем его дело, ставшее нашим.